сначала стоял. Чего он тут стоял, я откуда знаю. А потом полетел туда. И там за лесом от нас-то хорошо видно, здесь вообще не видать, а от нас-то хорошо видно. Там он, скорее всего, взорвался, потому что сразу зарево такое пошло. В той стороне, да, деревня? Конечно. Да почему деревня-то забором, за лесом вообще, ну, там вообще по горизонту, конечно.